Дело в том, что Донбасс и Крым – это, конечно же, не элементы внешней политики России, это элементы абсолютно внутренней политики, это ответ на запрос, который обращает к Путину его избиратель, запрос на создание некоторого государства, которое представляло бы из себя Советский Союз, но не Советский Союз. То есть он должен быть государством, обладать свойствами Советского Союза, должно быть второе государство в мире, по крайней мере, сопоставимое с первым. Это должно быть государство, которое все, с которым все считаются. И эти люди выросли в таком государстве. Они не считают, что оно им будет дано. Они считают, что они им будут ему возвращено. Но при этом это должно быть вполне нормальное европейское демократическое государство. Я считаю, что не бывает политика в мире, ни Наполеон, ни Рузвельт не в состоянии создать такое государство. Но это запрос, это не придумка Путина.